Теперь у меня в последний месяц были некие приключения, был перерыв. В интернете, если кто знал за этим интернет, может, читали мои извинительные письма по поводу отмены моей гастроли в Соединенных Штатах Америки по восточному побережью в сентябре месяце по медицинским причинам, что в интернете пошли всякие слухи, отменяли всякие мои выступления и прочее, что чего там только про меня не написали, что, не знаю, от СПИДа до холеры у меня все диагнозы там были приписаны были. Хотя, что касается СПИДа, по-моему, это все-таки уже как-то комплиментарно для меня. Я в позапрошлом году проходил экспедиции очередную медкомиссию, и там, если прочего, но он полагается, и венерологу тоже. Я прихожу к этому кожному венерологу, он ищет, бумагу уткнулся, меня не смотрит. Говорит, первое, меня заболеваниями болели? Я говорю, пока нет. Он поднял голову, темную лысину и седину, улыбнулся, а вы оптимист, сказал. Вот. Но, значит, да, но, значит, у меня просто были проблемы с глазами, которые стали резко развиваться, и мне пришлось оперироваться, вот сейчас в Германии, значит, я шел месяц, по две недели на каждый глаз, но они мне эти глаза как бы вернули, поэтому я, Игорь Губерман, мой друг, вам известный, не разобравшись, тут же написал на меня стихи: «Любой мужик, покуда зрячий, на баб кидает глаз горячий, а тот, кто временно слепой, до женщин тянется рукой». Вот я... Вот, я тянулся рукой, но теперь уже снова приобрел то время на два глаза, для того, чтобы их различать. И, как говорил Марк Твен, с любыми и смерти несколько преувеличен. Так что мы с вами еще поскрипим. Спасибо.